Всем привет, всем добрый день. Смотрите, сегодня выходной день. Да, я не всегда работаю. Иногда случается выходной. Вот выходной на море. На море сегодня штормит, ветер сильный, но ничего страшного в этом нет. Как бы это нас не пугает. Погода воздуха 30+. Температура воды то же самое 30+. Супер-пупер, мы будем купаться. Давно я не была на море. Мы соскучились за этим шумом. Море, шум, вообще красивая вода, такая, кажется, бирюзовая. На самом деле она есть такая бирюзовая, прозрачная. Я люблю, когда море прозрачное. Когда мутное, не люблю. Вот, а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. И пойдем попробуем водичку. За этим пляжем сразу, вот видите, вот эти зеленые холмы там, это сразу там уже Тель-Авив Яфо. За вот этими холмами зелеными. Вот он, есть волейбольная сетка натянута. Они играют, все люди отдыхают. Класс. Как видите, красивое небо даже. С облачками. Я люблю такое. Сейчас море прекрасно. Давно не видела море, а я аж соскучилась. Иду на зеленую травичку с тем видом посидеть. А потом до воды дойдем. Там волны. Не знаю, смогу ли я купаться, потому что вы знаете, что я купаться не умею. То есть плавать не умею. Поэтому не факт. Прям вот так вот иду по газону. В тапках. Люди гуляют, все гуляют, голуби гуляют, птички гуляют, и я тоже тут среди них. Уже тут не прям так чисто и хорошо, как бы. Видите, что-то есть, мусор, семечки, орешки и все такого плана. Вот там пытается взлететь чувак или нет. Классно. К водичке. Там у нас водичка. Идем, может, туда далеко. Идем за айс кофе. Уже помните, традиция приехать на море и купить обязательно холодный кофе. Попробуем водичку. Идем хочу ноги. А я уже не можем терпеть. Вода просто теплющая. Даже не чувствуется, знаете, охладиться хотела, но не получится. Красивый кадр получается, когда я так... О, видели? Красивый кадр. Я уже все мокрая. Супер. Водичка теплющая просто, я не могу передать даже. 30 градусов, представляете, что такое вода 30 градусов? Ребят, идем, ладно, идем, мне надо переодеть купальник. Надо с другой стороны зайти. Вот определенно хорошо видно, какого цвета вода. Вот. Она прям бирюзовая. Не знаю, как вообще это показать. Камера, конечно, не справляется, наверняка. Ребят, я уже искупалась в море. Очень-очень теплая вода. Даже, знаете, охладиться никогда не получилось. Даже охладиться не получается, потому что очень тепло, вода прям 30 градусов, я вам говорю. Не чувствуешь разницы. Вот сейчас, когда она мок, типа ветерок обдувает, как бы прохладно. Вода была жарко, очень хотелось зайти в воду охладиться, а не получается, потому что вода тоже теплая, короче. Ну, классно, все равно. Волны, я такие люблю волны, я люблю за ними наблюдать, за волнами, и за людьми. Ребятки, иду я в купальнике, иду в этот, за кофе. Думала, мороженое, потом я не буду, пока ночью купить.
Вот смотрите, у нас там 31,6 сейчас градус воздуха. Хотя полпятого времени, полпятого, ребят. 31 градус. Воды градус такой же самый. Не написано, какой градус воды. Но я вам говорю, что тоже 30. Я смотрела в гугле. 30 градусов тоже был. Очень жарко. Ребят, израильский сервис, это когда вот так вот молоко, кофе холодный. Просто вот лед намешал мне кофе, молоко. И все. До свидоза. Готово. Вот так вот. Да, в такую погоду прям не хватает. Вот видите, как у меня там лед насыпан. Просто. С горкой льда. Все, ребятки, это кайф просто. Обожаю. Эту атмосферу вам не передать. Смотрите. Главное, чтобы шлепанцы мои не убежали сейчас. Супер. Это что, море просто. Волны. Обожаю. Кстати, очень много мелкой рыбки там внутри. Как, блин, я боюсь заходить, чтобы шлепки не оставить. Я вам сейчас попозже чуть подойду, покажу. Так, ребят, хотела вам показать рыбу. Сейчас, надеюсь, я тут не где-то найду. Плавают. Видите, так жарко, что не переплывешь сюда. Видите, какая вода прозрачная. И тут рыбок нет. Идем дальше. Тут щелкает. Ой, блин, чуть меня не сбила волна. Щелкает этим теннисом. Я иду мешаю людям. Это моя это, жизненная ситуация. Мешать людям. Со всех сторон бьют. Ну тут не будет, наверное, рыбок. Тут такой, знаете, лягушатник. Детки тут обычно купаются. Да, хотела попробовать именно. Такой теннис поиграть. И стоит, кстати, 10 шекелей. Прикольная штука. Надо будет как-то взять. Так, ребят, кто не подписался на мой канал, напоминаю, что он называется Roxik77. Блин, не записала, ну вы поняли, да? Ребята, лайк поставили, подписались на канал. За такую красоту можно не пожалеть. Лайк поставили, подписочку. Я воду, ну просто, знаете, зашла в воду намочиться. Никакой прохлады нету, просто намочиться и все. Короче, такая вот погода, такая температура. Что ты не охлаждаешься, просто, знаете, намок, ну все, намок. Ну тебе все так же жарко, что в воде, что без воды. Вот, видите? Вот они мелкие, тварюки, плавают. И на завал ничего не видно. Надеюсь, вам видно. Нет, то я ничего не делаю. К сожалению.
Все, выходим. Ребятки, я наплавалась, находилась, еще нажарилась, сейчас никого не так, что я сгорела. И все, я буду ехать домой, потому что реально очень-очень жарко. Хотя уже, наверное, время 6 часов. Я уже хочу домой, потому что я должна. И волны мне очень нравятся. Можно чуть охладиться. Вы любите вот эту пену морскую? Я люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Так, когда вижу самолет, то мне кажется, что вот кто-то летит в отпуск. А вот кто-то, знаете, пришел на посадку, кого-то отпуск пролетает мимо. Хотя многие бы хотели здесь оказаться только в отпуске. Позаниматься можно. Кто хочет спорт для вас. Я уже дождалась, знаете, это время пикников. Везде пикники, люди отдыхают. Классно. Но жарко. И я не ноль. Ребятки, уезжаем с моря. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Блин, не видно моря. Посмотрите море, отсюда видно, и закат уже, красиво, все, всем пока. Море, но я буду кушать ужин, это вот такие голубцами дал мой, точнее, приготовила уже эту сметану с чесночком, все это самое божественное, да, я сама крутила сегодня утром.